О том, что наркотики зло, говорят и пишут регулярно, и вроде бы все об этом знают. Знают все, но не все понимают. Проблема остается, и каждый год число пострадавших от этого социального яда не уменьшается. А в последнее время появились новые наркотики, которые расходятся по стране почтовыми отправлениями, а торговля ими ведется через интернет. Они чрезвычайно опасны, так как доступны, просты в употреблении и действуют в первую очередь на психику. Понимал это и брещанин, назовем его гражданин Н, которого привлекли за хранение и употребление наркотиков, но по его версии он просто гулял в лесу и просто нашел какой-то пакетик, в котором было просто какое-то вещество растительного происхождения, которое он просто сразу решил опробовать на себе, покурить, так сказать, из интереса. Взяли его с поличным и, как следствие... Возбуждаются уголовные дела по данным фактам. Нужно отметить, что уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков, связанный их сбытом, как в среде говорят, распространение в любой форме, она влечет и наступает с 14 лет. Суд над гражданином Н проходил на базе Брестского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения. На заседании присутствовали учащиеся этого учебного заведения. Для чего? Ответ очевиден. Чтобы усвоили, за преступлением следует наказание. Выездное открытое судебное заседание по... уголовному делу по части 1 статьи 328 «Незаконный оборот наркотических средств». На заседании присутствовали несовершеннолетние, старше 16 лет, которые склонны к девиантному поведению и с которыми уже проводится индивидуально-профилактическая работа. Полагаем, что присутствие подростков на таких заседаниях поможет им осознать всю степень ответственности и тяжесть последствий за совершенное преступление. И надеемся, что полученный опыт сегодня не позволит им совершить противоправные деяния, которые могут привести на скамью подсудимых. По окончании судебного процесса 27-летнему подсудимому был вынесен приговор 2 года лишения свободы с отсрочкой в 1 год. В дополнение к этому уголовно-правовая компенсация. Сработал ли такой открытый метод демонстрации наказания или нет, неизвестно. Но совершенно точно, что каждый из присутствующих на суде ребят ушел в этот день с размышлениями. Я испытываю в какой-то степени безразличие, потому что не я нахожусь под приговором. Но это все довольно-таки страшное дело. То есть, если бы я находился под судом, то я бы испытывал страх и ужас. Этого парня сейчас было жалко, потому что по глупости попался, поступил, относительно говоря, неправильно. Но просто надо быть внимательнее немного и не подбирать, как он это сделал, все с пола, что лежит. А употреблять наркотические средства? Ну и употреблять тоже вообще можно? Не надо. Алена Миневич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.